Если ты не хочешь, чтобы эта страшная девочка пришла к тебе ночью и не начала тебя пугать, просто поставь лайк и подпишись на канал. Я тебе честно говорю, это все не шутки. Если ты не поставишь лайк и не подпишешься на канал, то она к тебе придет и будет пугать. Поэтому не бойся, ставь скорее лайк и подписывайся на канал. Так, ну кажется, я все оформил. Внучаты, всем здоровченко, с вами я, дед. И короче, знаете что, я сегодня такую покупку совершил, такую покупку. В общем, сейчас я вам все расскажу, но вы вначале обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И я вам официально заявляю, что с сегодняшнего дня на все летние каникулы у деда запускается конкурс. Называется «Ответь, короче, это, ответь правильно на вопрос на мой». И короче, это... Дедуль вам поставит лайк на видео. На комментарий. В общем, короче, я вам задаю пример, вы его решаете, а я ставлю на ваши комментарии лайки. Вот. Но вы тоже ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал. Короче, пример задаю такой. 5 умножить на 5 плюс 48. Решите такой. А кто первый решит, тот красавчик. Ну и второй решит, третий тоже решит. Вот, короче, решайте. А я, короче, купил сегодня, заказал себе самый дорогой дом. Да, решил я поживиться, так сказать, точнее, пожить в хорошем, таком добротном, дорогом доме. А то, говорите, это темный какой-то, защищенный, это, конечно, хорошо, но, типа, если никто не нападает, зачем защищенный дом? Лучше такой дорогой, красивый, там... Ой, сейчас бабке расскажу, что все сбережения потратил. Бабка! Чего? Иди-ка на кухоньку! Зачем? А я тебе новость дня сообщу. Ой, сейчас иду. Точнее, в новость последних 2 лет. Каких еще лет? Что ты несешь? Последних 2 лет. Иди сюда. Ладно, ладно, все, давай, иду уже. Давай, бабка, давай, чеши, пожалуйста, что сюда. Что ты там, кофею купил не того, какого надо? Да нет, короче, мы же 2 года с тобой копили, да? Да, мы что, наконец-то едем на море? Не едем, я все сбережения потратил. Ты чё, совсем? Да, совсем все потратил, да. Слышишь ты? Ты чё, совсем у меня спросить? Это была вообще-то половина моей пенсии. И моей половина, да ладно, я для нас обоих. Да, быстро вернул мне мою пенсию. Нет, уже всё заказано и скоро доставится. Не, ну это просто капец, это же надо быть таким бестолковым. Да ладно, бабка, ну что ты... Я не разговариваю. Да, бабка. Вообще пойду во всё, я тебе сказала. Да ты даже не спросил. Мы копили, а вот. Так ты даже не спросил, на что я потратил. На что ты мог потратить? Опять свою удочку лёгкую нет, купил? Нет, для нас обоих. Я что? Купил самый дорогой дом в Майнкрафте. За фига нам что, негде жить, что ли, по-твоему? А про этот чаты говорят, что это сарай. Я тебе говорю, какой это сарай, пусть они сами в сарае живут. А ты понимаешь, что я на отпуск хотел на море уже 200 лет. Да мы с тобой на речку завтра сходим. Вот иди сам на свою речку, на свою рыбалку, на свою охоту. Все, вообще с тобой. Ой, подожди, бабка, что-то в кармане прожужжало. Подожди-ка, телефон. Так. Да что, тебе там оса прожужжало? Дом доставили. Дом доставили, бабка, пойдем посмотрим. Ну, иди вот сам и смотри. Не, ну пойдем вместе, бабка, ну ладно. Вообще неинтересно, вообще неинтересно. Бабка, да. Пенсии моей, да. Я не говорю. Да он такой красивый, пойдем. Нет, она жена... Ты просто увидишь его, и в обморок упадешь, бабка, пошли. Да я сейчас от тебя уже в обморок чуть не упала. Он такой огромный, такой хороший, Ну, где? А где? Где, говорю? Где твой дом? Подожди-ка. Чего подожди-ка? Давай я буду смотреть. Давай быстрее. Бабка. Чего? Ваш дом доставлен в разобранном виде. В смысле? Бабка, это наш с тобой самый дорогой дом. Ты что, совсем? Баб. Ты нормальный вообще, нет? Бабка. Это что такое? Да его разобрали. Чтоб мы его собрали. Я тебе что, похожа на конструктора, что ли? Я инструкцию удалил. Удалил? А мозг ты себе свой не удалил? Нет. А зуб ты себе свой не удалил? Нет. Очень жаль, лучше бы ты свой мозг удалил, вместо того, чтобы конструкцию удалил. Ну, в общем, это наш с тобой дом. Это твой дом. Вот я выселю, а тебя вот сама буду... Давай построим. Давай построим, чё ты все время без меня вообще не можешь ничего. Давай, я сейчас возьму эти блоки. А ты бери двери. Давай сделаем двери. Я сейчас возьму на море, чтобы двери сразу на море выходили, чтобы можно было двери открыть и ноги мыть в море. Я тебе сейчас ноги помою, я тебе сейчас лицо помою. Да ладно тебе, бабка. Противный какой, а это вообще человек, это очень противный. Ставь двери. Сначала по
А пол изумрудовый, там изумрудовый лежал, я помню, зеленый пол. Ну так иди тащи, изумрудовый старик. Внучатый, ну как так-то? Ну почему в разобранном виде, бабка? Ну это надо жаловаться. Жалуйся, иди, а я на тебя пожалуюсь заодно. А на меня за что? За то, что ты бестолочь всю мою пенсию истратил. Тоже во благо. Какое благо? Какое благо? Что ты несешь, блин? Вот, такие панорамные окна будут. Какие окна панорамные? Что ты несешь вообще? Так. Ой, это человек, это что за человек? Да это не человек, это старпер какой-то. Я дед. Да ты не дед, ты бестолковка. А мы в длину одинаково будем делать? Откуда я знаю, одинаково или не одинаково? Ты можешь отстать от меня? Бабка, надо красиво построить, по-моему, так пока. Давай, вот и строй, а я займусь вот. Нет, бабка, помогай мне. Я тебе сейчас помогу, да. Вот. Давай, бабка. Ну, я тебе и помогу. Давай, я тебе помогу. Так, сейчас я только возьму. Так, две, три, ага. Так. Две, три. Вот так. Вот. Ну, все, здесь и закончим правильно. Вот так, баб, вот так, да. Не, ну красиво, да, ага, очень так. Красиво, с ума не сойти. Теперь две, вот так. Ага, и что? Две, вот. Ну, отлично, две. Вот, бабка, вот такой дом будет, вот. Я тебя поняла, давай, конечно. Давай, бабка, помогай. Еще строить его, мало того, что все пенсию потратил, уже его и строить надо. Да ладно, пенсия, это что, не страшно же? Как это не страшно? Это тебе не страшно, а мне очень даже страшно. Ну, баб, есть еще один нюанс. Мне немножко не хватило наших денег. В смысле? Ну, в смысле пенсии мы мало откладывали с тобой, чтобы хватило на этот дом. И что? Ну, в общем, я... И что я спрашиваю? Я сначала думал продать твои зелья, уникальные. Но потом я думаю, ты меня точно тогда это, сосвету того сюда. Вот. Ты что, офигел? Вот, поэтому я решил сдать в аренду ветролёт. Ах ты, гад старый. Бабка, всего на 8 месяцев, бабка. Да? Я тебе на 8 месяцев, короче, ты вот в тот дом 8 месяцев больше не зайдёшь. Не, ну мы сейчас построим, и мы я туда... Я тебе сказала, 8 месяцев к бабушке вообще не подходи. Да. И не разговаривай со мною, понятно? А всю свою пенсию, следующую 8-летнюю, будешь отдавать мне? Нет. Я тебе все сказала, если ты не согласен, я сейчас уничтожу твой дом нафиг. Так не надо, это что я... Это ж твоя пенсия тоже? А мне уже пофигу, я тебе сказала. А почему? А потому что ты бестолочь. Бабка, вот а какая крыша была? Хотела, ты... Ой, это же просто, как это бабка... вот надо было. Надо же было, меня не спросил вообще. А ты не помнишь, какая тут крыша должна была бы быть? Не где-то перец какой-то. В смысле перец? Фаршированный. Нет, я нормальный, честно. Это ты нормальный? Да. Ты вообще ненормальный, я тебе скажу. Да почему ненормальный? Ты бабка... Я тебе констатирую, Константина, что ты ненормальный. Да ладно, нормальный я. Нет. Да дед Уля хороший. Ага, хороший. Такой хороший, что все профукал. Да в смысле, дом-то готов почти? Так. Да, конечно, готов почти. Еще да. Один готов почти. Так. Ой, это ужас-то какой. Вот это ну же вот. В этом доме и мебель с меня не проси, ясно? Я тебе ни одной кровати не дам, на полу будешь спать. А там в комплекте должны были быть кровати. А нету! Ага, тебя наигорили. Баб, тогда я заберу твою. Тогда я знаешь, что заберу у тебя? Последний твой зуб. Не надо. Ясно? Не надо, баб. Тогда не надо меня бесить. Да... Не раздражай бабушку. Нет, это же надо всю пенсию протратить, всю пенсию, это же вообще как то ни по геранге не годится, а? Сюда, не надо сюда. Вообще ужас-то какой-то, а? Надо нового деда, по ходу дела, поискать. Кого поискать? Нового деда! Да не надо тебе, и старый дед хорош, молодец. Да, чем умный. Хорош-то, бестолочь у своей? Ну вот смотри, мы бы с тобой слетали на это море на 2 недели, потеряли бы все вот эти деньги. Мы не потеряли, мы в отпуске отдохнули. Ну ты вот завтра будешь в этом доме отдыхать. Не были. В отпуске 5 лет не были уже. Так что, вот завтра вот проснешься с этого дома? Что ты заикаешься-то? И все? Да ты потому что все нервы мне выела. Вот. Да ты мне уже все нервы проел. Нет. Ты где-то мозгонервонатель.
Я работодатель. Короче, вообще не буду твой дом делать. Короче, все. Ну чё ты? Все твои причиндалы вон в сундуках лежат, ко мне не приближайся. Чувствую, ночевать бабка будет в этом новом доме, потому что, смотрите, прям на берег моря выходит. А вы, ну чё ты, обязательно поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока.